Салам алейкум, ёбана рот! Я просто напоминаю вам, что до концертов осталось очень мало времени, билетов вот столько, ёбана рот. Поэтому свайпай, а то потом будешь плакать, что пропустил лучшее событие уходящего года. Вот так прям палец твой пошел. Я тут просто лежу и радуюсь, смотрите. Ага, ебать, я был толстый, а теперь у меня есть такие штуки. Ага, без химии, ёпта! Пошел в директ почитать ваши прекрасные сообщения, и опять больше половины людей пишут, что я торч. Глаза убитые, там все дела. Дорогие мои, если вы считаете, что человек может быть веселым и счастливым только под действием веществ, у вас большие проблемы. Хотя, знаете, на самом деле, да, я торчу, я жестко торчу. Прямо сейчас я под кайфом от жизни. Каждую секунду, блять, своей жизни я торчу от нее. Потому что я обожаю жизнь, обожаю весь этот мир. А вы наверняка из тех, кто считает жизнь хуёвой, грустной. Знаете, вот секрет вам открою, секрет. Ваша жизнь хуйня только потому, что вы так ее видите. Когда вы это поймете, вы охуеете, как вокруг все прекрасно. Вот. А пока что пососите мой хуй. Да не дай боже, сейчас умники начнут писать, блядь, ой, ты богатый, ебать, тебе легко рассуждать, конечно. Можно быть самым богатым человеком на земле, окружить себя самыми дорогими вещами и быть несчастным и грустным. И я уверен, вы даже знаете много примеров таких людей. А можно быть рабом там на какой-то каторге всю жизнь, да, и быть охуенно счастливым. Потому что все только изнутри, все идет из вашей головы. Не снаружи, не извне. Все счастье только отсюда. Желаю вам это понять. А всем остальным сосать. Для всех желающих попытаться поменять свою жизнь, сейчас будет первый урок, да? Забываем про всю эту хуйню, навязанную обществом. Типа, ой, блядь, круто ездить на крутой тачке. Круто дохуя зарабатывать, блядь. Вот это вот все круто. А у меня этого нет, блядь. Мне надо это быстрее все сделать. Вот это все на секундочку забываем, зажимаем нос, блядь, нос. На минуту зажмите нос, вы охуеете, как хуёво без воздуха, да? Как классно дышать, оказывается. Вы это вообще замечаете или вы забыли? В постоянной погоне за чем-то там, блядь, что очень мне надо. А может, не надо? Вот дышать, по-моему, надо, да? Вот нос зажмите на минуту, вот дышать, по-моему, вам надо. Почему вы этому не радуетесь? Блядь! Я прекрасно понимаю, что 90% людей совершенно не выкупают то, о чем я говорю. И пускай они дальше ненавидят себя, свою жизнь, все вокруг, похую вообще на них. А для всех остальных, кто открыт, кто пытается познать себя, эту жизнь, этот мир, я просто так иногда буду наталкивать вас на какие-то мысли. Ни в коем случае ничему не учите, я не учитель, ебаный в рот. Просто наталкивать на какие-то мысли. Желаю вам дойти до конца этого пути, потому что этот щелчок, он случается однажды и навсегда, когда вы понимаете, что внезапно, вот как сейчас, когда вы понимаете, что все вокруг на самом деле охуеть как прекрасно. И вот в этот момент, когда он у вас случится, напишите мне просто: брат, я люблю эту жизнь. И я все пойму. Е, на связи, ебаный народ.